Пишущие и снимающие братья сразились за звание чемпионов. В окружной столице прошел турнир по боулингу среди представителей СМИ. Команду выставила и ненецкая телерадиокомпания. Кстати, самым метким из всех участников стал мой коллега Олег Итанзейский. А Алина Вуйчейская сбила больше всех кегель среди девушек. Она и расскажет о результатах турнира. Здесь журналисты, режиссеры эфира, радищики, пресс-секретари и многие другие. Для каждого боулинг не более чем увлечение. Но здесь главное не это. Хороший чемпионат, посвящен празднику великому, великой победы нашей. Это очень здорово, что проводятся такие мероприятия, посвященные такому празднику. В боулинг играю нечасто, поэтому и результаты соответствующие. Четыре дорожки, всего за звание лучших сразились четыре команды. Редакции газет «Выборнау», «Нарьяна Вындер», сотрудники Департамента региональной политики Ненецкого округа. Наша телерадиокомпания также выставила команду. Соревнования проходили впервые, их задумали как способ сплотить коллективы. Сегодня, во-первых, мы пытаемся каким-то образом сплотить коллективы между собой. И мне кажется, очень важно, и сплочение коллектива важно, и отметить такой праздник, это тоже очень важно. Поэтому я думаю, что все прошло точно так же празднично и весело сегодня, как вчера на площади. И я думаю, что всем понравилось. Турнир продолжался около двух часов. Помимо основного этапа, организаторы подготовили шуточную программу. Бросить шар левой рукой или спиной к дорожке, кому-то и вовсе завязали глаза. В общем, повеселились от души. После подсчета очков, оглашения результатов, третье место у команды Департамента региональной политики Ненецкого округа. Вторыми стали сотрудники газеты «Нарьяна Вындер». Команда сплоченная, сильная. Нужно еще тренироваться, но я думаю, это не последний раз. И в следующий раз мы сыграем, может быть, лучше. А вы сами давно вообще умеете играть? Да, умею немножко, но не профессионал. И главная интрига, кому же достанется звание чемпионов. Итак, первое место награждается команда «Север» в турнире по боулингу, посвященного победе великой победы. Команда «Имя» вся себя. Молодцы! Молодцы! Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».